И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, с Дима Покемон, Кэт Макс и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем нравится рубрика «Аниматроники пугают охранника». Мы с Димоном сегодня аниматроники, будем пугать пацанов. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. У меня все без плесени, вы что, это самые свежие булочки на планете. Это у вас просто на окна плесень села. Нет. А, блин, надо плюнуть и вытереть. А ты без фонарика смотри, четко. А, да нет. Так, сейчас, что? Надо антуража добавить. Смотри, какие булочки, свежак. Да, да. А ты что здесь забыл? Вообще ты кусаешь. Давайте, делайте ловушки, мы сейчас будем нападать. Мы вам пока фору даем. Пока булочками тут занимаемся. Так, Димон, надо взять очень классных аниматроников. Ну, у меня самый классный, да? Смотри. У меня самый крутой. Ой, я заспавнил. Я очень умный человек, я знаю. Очень умный человек, правильно? Ну, четко пойдет. Вот ты маленький карлик, давай. Все. Так, мы начинаем. Смотри. Я могу табличку сожрать. Так, Димон, иди первый, я буду тебя прикрывать. Димас, как я пройду? Ого, они что, вообще сумасшедшие охранники? Так, 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 ребята, знаете, что надо? Есть специальная тактика, называется... Блин, да не так это называется. Ого, стол загорелся. У нас детонировались другие бомбы, короче. Блин, не хочет умирать. Добрый день. А я могу через стекло убить? Красава, короче, Дима. Друг друга поубивали. Самоубийцы, тут какие-то коробки валяются. Не могу им ничего сделать. Эй! Кусай, кусай, кусай. Он хотел меня копьем убить. Ну вот, не получилось. Не получилось. О, я тпхнулся. О, мы на сцене. Я могу отсюда убить его, кстати. Сейчас я его выслежу. Так, так, так. А что на сцене вентилятор делает? Аниматроники очень греются, их надо охлаждать. Да, да. Ты не знал, что ли? Один вентилятор на аниматроников, это как-то маловато. Так, я слышу, они где-то в подвале бегают. Да, давай посмотрим. Они там что-то такое жестокое делают. Ты, Димас, когда-то был в подвале вообще? Был, там можно выключить свет. Да, ого! Они что, сами себя мочат? Лазит, да. Охранники камикадзе. Ай, блин, он меня увидел и кинул мне какое-то вонище красное. Димас, ты в подвал спустись, там вообще ужасы какие-то. Я иду. Ого. Ого. Ого, взрыв. Мастерская. Но это не мастерская, Steam, это точно. Так, Димончик, стану видимым, чтоб ты меня видел. На! Там Серега бегал, да, просто так? Да, он тебя они тебя закидали и свалили, короче. Прикольно, здесь так. Морда пони. Ну чё, мы сейчас будем нападать на вас. О, Димон, а чё ты эту комнату я не помню? Какую, какую, Димас, ты не помнишь? А здесь комната из детская с шариками. Не, она была всегда. Да? Да. Ну ладно. Я просто проверяю, помнишь ли ты, видишь, помнишь. Пойдём, я тебе покажу кое-какое местечко офигенное. Они там пока друг друга кушают, убивают. Да-да-да, пошли. Смотри, чё, Димас, они здесь поставили. Смотри. О, Димон точно аниматроником стал. Ай-яй-яй. А да чё тут ничего нету? Угу! Нету, говоришь? Чё, я застрял, что ли? Так, стойте. Ого, здесь взрывов. Так, а ну дай пройти. Половину сломанный аниматроник. Димон, чё у тебя этот голос что-то в дискорде? Как у настоящего аниматроника. А ну пошли туда. Пошли, пошли. Ого, а чё меня дамажит? Ничего здесь нету-то. Чё дамажит? Не понял. Красная штучка. Блин, это они кидают нам гранаты. А я сейчас, короче, пролечу сюда. Ну чё? Я отомщу. Так, кто там? Это он пакостил. Нет, нам, а? Они меня не выпускают. Это пакостник. Да иди сюда. Закрыли меня и дамажит конкретно. Так, Димон, я, короче, буду чекать двери, чтобы никто из них не мог выйти. Ого, ты зачем взял пушку серии СМ2? Ого. Ты чё, жлоб? Ну иди сюда, быстро. А ну, подошёл. Димон, он, короче, вообще какой-то ненормальный. Я уже боюсь этого охранника. Шерифа бойтесь. Самое главное в этом районе.
А тут двери нельзя открывать, да, и снаружи? Это плохо. Не, можно какие-то двери открывать. Здорово! Во! Ни одного времени замедлилось. Кто это сделал? Вот, меня тоже замедлилось. Это Таноса, кто перчаточку использует. Не, пацаны, не надо, так нечестно. Потому 4. Что... Ну, мы убьем тебя. Ой, Димончик, я уже хотел тебя атаковать. Не, это я невидимый, это прячусь. Прикольно я разговариваю? Ого, ты чё жло? Только тебе в задницу всадили конкретно. А чё это за мощное оружие у него такое? А вот всё, его уже нет. Спасибо, Димончик. Ты чё делаешь, негодяй паршивый, а? Ты смотри... Фредди и маринетка орудуют вообще. Так, всё, я иду их пугать. Так, это, конечно, читерская способность у тебя. Не, не читерская. Не-не-не, у этого, у охранника. Он каким-то, какой-то пушкой фигачит, с одного удара убивает. Так, нечестно. Где, где ты, слышишь, я только что видел охранника, где ты выбежал? Секунду, вонючий. Ого! О, смотри. Димас, Кэт Макса, Робби Димаса и Робби Димона. Ты смотри, значит, у него что, мощь? Так. Где Скрайбэби на поломанных коньках? О, неплохо. А я иду, иду нас... Сережку убивать, Кэт Макса разматывать. Скоро. Иди сюда. Два охранников и аниматроников. Чё ты уже не такой умный? Ну все, пацаны, я тут. Добрый день. Я прикрою, если что, обращайся. Давай. Так, давай им засаду устроим. Какую засаду? Ого, я прям на шпагаты сел. Засранцы какие. Думают, они тут самые модные, ребята. Не. Чё за говно? Чё это такое? Чё? Да перчатку Таноса юзал. Это вообще жесть. Ты у нас спрашиваешь? А это законно? А ты чё за аниматроник такой? Да это специальный аниматроник, переоделся в бабку. А, типа внедрение, да? Да-да-да, сейчас хорошо. О, сейчас я позову своего кента, смотри, кто у меня есть. О. Ребята, вы не видели здесь охранника? От него еще говно воняет. Так это ты! Ешь, ешь, ешь его. Да все. Я позову своего кента. Нет, ребята, все, кенты ваши уже не кенты. Давайте, я... уходите. Вы плохо себя вели сегодня. Так. Вы еще и маленькие такие. Плохо у аниматроников нет каких-то прикольных способностей. Там плюваться там кислотой, и не знаю, там масло какое-то. Чтобы на расстоянии атаковать. Хотя бы и так можно на расстоянии атаковать. Мужики! Да. А у вас нету соли? Нету, нету. Нету, да? Слышал, соль. Ого, это где-то не соль! А, я застрял! Они плитку включили, сковородку, ноги ждет! Дима, мочи! Фух, спасибо, отключи плитку. Давай, отключаю. Так, давай выходи. Так, о. Спасибо тебе, прям хотели зажарить меня. 385 ну, я... жизней осталось. Нормально. Димас, какой-то невидимый чел идет. Это... А, это у нас есть киллер такой специальный, да? Киллер. Ребята, вы сами напросились, вы разозлили охранника. Нет, охранников мы не можем разозлить. Ты пердеть нам будешь или что? А как это с плюштрапа такой большой трупейшн выпал? Димас, а я живой. Да так нечестно! А кого ты... За кого ты был? За... Это, за Бэйби, вот. Может, какая-то есть точка на карте, которая не убивает? А я за стенку зашел просто. Нифига здесь стены в этой пиццерии выдержат ядерный взрыв. Походу, а вроде Димон из гипсокартона сделанный. Так что, ребята, обращайтесь, у нас есть гипсокартоновые стены, которые выдержат ядерный взрыв. Да может, они из титана сделаны. Опять тут там... убийца ходит, вонючка. Так, смотри-ка, прикольно, кровяша вылетает. У тебя какой-то сироп вывалился. У меня, короче, в кармане лежал сок вишневый. А вот его это... Эй, ты! Хватит ходить, я его, Димон, поймал, иди сюда. А, давай, давай, ты чё меня трогаешь? Мочи его! Не могу, он резвый. Вы два этих. Вот так вот. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!